Йоу, ребят, приехали на огромный, просто шикарный памтрик. Раскатали уже, разлетали. В принципе, такой лайф-видосик абсолютно спокойный, приятный. Надеюсь, вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приятного просмотра. Собственно, ребята, раскатываемся. О, блин, балдеж. О, попозже на буллрайд пойдем, пока что так раскатаюсь. Фу. Ой, как я люблю эти контры. Они очень глубокие, такие прям приятные. Я для себя раскаточную начну с фанбоксиков. Ой, летит, ой, летит. И полетел на джамплине. Ладно, я на фанбоксе. Я устал. Первый тест показал, что нужно чуть-чуть больше скорости. Первый скрабим, второй вылетаем. Так, ладно. И погнали в контры. То есть офигительные контры. Очень-очень мягкие, приятные. Вот так вот. Фу. Аж ножки подзабились. Немножко трючков на фанбокс повставлять. Начну с разминочного ванфута. И потом какой-нибудь приятный ноухенд попробую на третьем боксе в плашечку. Изумительно просто, я аж охренел. Доделаю лайнушку, попробую нормальный ванфут и нормальный ноухенд на третьем. А то что-то не понравилось. Ну, нормально, более-менее приемлемо. Непосредственно надо все-таки вставить какие-нибудь трючки. Потому что без трюков скучно, правильно? Правильно. Поэтому погнали, хотя бы тейбл дадим. Окей, здесь лижем. Тейбл. Нормальный тайр-грэп в целом. А, нет, я не заснял. Я, короче, очень жестко перелетел первый. Я прям, ну, аккуратненько выдернулся, вообще не надо было. И поэтому я немного банча дал на степ-даун, и ходов четко хватило на третий. Я долетел все? Давай еще раз. Давай еще раз. Поеду, короче, прыгать еще раз джамплиню, и потом мы ее в рилзы постанем и в стори. Кстати, вот моя инста, вот инста Димы. Обязательно подписывайтесь, там просто офигенный контент. Ну все, давай, полетели. Не любил эту джамплиню, если честно, в прошлый раз, когда мы были здесь. Но зато потом я полюбил статистику на этом ролике, потому что прошлый ролик отсюда набрал лям просмотров. По сравнению с прошлым разом детей здесь вообще нет. И сразу на боксике. Может быть, в видосе этого не было, но я хотел сделать одну линию. Конкретно с мануалом. А! Ну ладно, может, не сперва чай.
Чуть не сдох. Чего? Я из контра вынесла в сторону перила. Первый. Нормально. Тарикдеп есть. Давай сразу на волрайдик. Кайф. Обожаю эту штучку. Так, мягкая просто. Прыжки это, конечно, реально круто. Но как насчет мэнволов? Давайте попробуем. Давай еще раз. Еп! Еп! Йоу! Во, блин, это было идеально. Yeah, I like that. Не будет. Короче, было сложно на самом деле, потому что я попыток 5-6 дал, пошло прям плохо. А потом я прям... Надо добавить. Мне дай бог доехать. Нет. Есть, мать, привет. Да нет. Бляха-муха! Да что ж такое? Типа, почему я чуть не сдох? Да блин! Да! Есть! Криво, что писец на это добрал! Ладно, я для себя это засчитаю. Это было некрасиво, но я добрал. Просто. А, да. Не, погнали, еще разочек. Фу-ти-ю. Как? А я хер его знает. На расслабоне. Изумительно. Но я постоянно мэнуал драчу, мне удобней. Колян! Смотри, дайди, пожалуйста. Суть в чем? Его каким-то раком вкатить и дальше в контр впрыгнуть. Сечешь вот этот? Он такой пологий как раз. Он страшный. Пошли отдыхать. Пока Толян пробует мэнул, я все готовлюсь к волрайду, потому что дохера сложный и страшный, но очень интересный. Я как бы не чувствую, что я прям готов, но я чувствую, что мне хочется попробовать. Я еще в прошлый раз горел желанием прям, я даже случайно выпрыгнул из него. Ну, случайно, это как бы плохо. Ну-ка, давай. Он прям дрочит этот мэнул. На него козит уже, он устал. Все, вот отдыхать надо, надо отдыхать. Я отдыхаю, он не отдыхает. Отдыхать на поп-треке надо, нагрузки. Короче, отдохнули, посидели. Погнали дальше, но недолго на самом деле. Я что-то устал. Смотри, прям. Просто. Ну давай, давай, посмотрю. Я добрал мэнул по боксу. Меня много не дает. Да, иди. Вот так вот будет. В принципе... Мягко.
просто заедь чуть позже, там оно очень мягко выкидывает. Просто чуть позже выезжай, там мягко все заедет. Мне нравится. Блин, я не знаю, кем надо быть, чтобы заехать, ну типа запрыгнуть в волрайд. Но я только что достаточно высоко из него вылетел. Как ты впрыгнул? А ты просто не ссы, в волрайд плоскость ходи. Да. Поменьше хопа давай, делай тоже в натяжку. Я почти доехал. Что? Правее бери. Это во-первых, а во-вторых, я почти доехал. Давай. Сейчас будет. Ребятки, короче, разлучили для себя новую штучку. Это прыжок в волрайд и вылет с волрайда. Я сделал один раз, и это довольно прикольно. Но это было оно. Нужно прям сильно правее туда заезжать. Но это было оно. Сразу до свидания. У меня примерно те же мысли. Ну окей, это возможно. Не надо. Короче, сейчас задача именно полностью вылететь в волрайд. Ну, точнее, выехать в волрайд. Давай. Ну, я низко в него влетел сейчас. Я в прошлый раз нормально влетел же. Вполне, да. Let's go. Короче, ща ходов дам и палец. Давай. Абсолютно. Я ща понял, буду. Давай. Ребят, я до конца проеду в инсте, вы уже видели инсту, если что, ссылки еще в описании. Ну, короче, ну так и получается, как обычно происходит, то, что у Димы получается что-то одно, у меня что-то другое. У меня больше получился волрайд, а Дима мануал, просто мануал. Хотя я приехал за волрайдом. Да, а я приехал за мануалами, ну ладно, как бы хрен с ним. Ну, интересная штука оказалась. Да, офигенная. Прям надо будет потом прям воры жестко полетаем, разлетаем. Я чувствую. Да. Спасибо большое, что посмотрели, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много крутых видосов еще. И до скорых новых встреч. Ну, я так разговорюсь немного. Бля, какой я дурак. Я сейчас сорвал голос перед съемкой. Будь здоров за видос. Ладно, я отмажусь тем, что я очень быстро еду, я напряжен. Да не, я пока не...